Пришло зеркальце, заказанное на Амазоне. Как я уже сказал, оно стоит 39,95, и его нашла Маришка, пока стояла в очереди. За лучшими детьми, которых раздают в школе. Ну там типа, кто первый пришел, тот может выбрать лучше. Да. Пришло оно быстро, пришло под дверь, как это все приходит. Так, вот модно запечатано. Посмотрим, потом я пойду покажу, как она устанавливается. Я надеюсь, что я поставлю ее легко и просто, потому что старая, когда немножко вылетела, я увидел, что оно ставится гораздо проще. У меня был небольшой опыт установки зеркал на BMW, и, в общем, там оно крепилось не очень. Мне понравилось, а здесь достаточно очень просто, и я надеюсь, будет все легко. Это вообще собрание, блин, так хорошо запаковано. Почему я его вижу немножко как бы как? Изогнутый. Боюсь, что мне понадобятся ножницы. Может, не понадобится. Так, ну я уже тебя открыл, а ты все равно заваренная. Как оно? Как это? Я немножко не понимаю. Упаковка, конечно, очень классная, мне нравится. Но заварено. Так. Ну, в общем, с виду похоже. Все как оригинальное. Собственно, зеркало. Сюда крепится подогрев. И вот этими вот двумя скобками оно так вставляется и низом защелкивается. Сейчас я пойду поставлю его, и вы это прямо все и увидите. Вот так. Когда я его смотрел на Амазоне, я сильно не рассчитывался. Оригинальное оно, там Китай, Тайвань или что почем, какой хоккей с мячом, потому что, ну, в принципе, на Амазоне вещи продаются хорошие, если они не понравились, их всегда можно вернуть, и в общем, ну, как бы мне не принципиально было, я думаю, что это нормально, если бы на зеркале было сделано в Китае и все дела, то есть, как бы, проблем с этим нету. Вот, но вот сейчас я посмотрел этикеточку и был очень приятно удивлен. Как вы видите, здесь написано «собрано в США», и вот здесь вот написано «оригинальные части и запчасти Honda Motor Corporation». Так что, в общем, это зеркало, которое стоит 39,95, точно такое же, которое бы мне продали на нашей дилерской за $50. Поэтому это вообще супер. То зеркало недорогое, а это еще и с приятным бонусом. Сейчас будем менять. Я его предварительно вот так вот выгну, чтобы подковырнуть модным инструментом, каким потом покажу. А вообще, в принципе, я пользуюсь вот этим зеркалом. Это камера, которая показывает все, что находится справа, и даже больше, чем зеркало. Но зеркало надо поменять, потому что я вожу людей, и как бы это не очень хорошо. Ну и плюс раз в полгода я прохожу техническую инспекцию на Uber и на лифте, поэтому туда надо по любасу приходить с целым зеркалом. Поэтому сейчас делаем замену. Так, ну вот инструмент для съема зеркала, кухонная лопатка. Ну и как-то сейчас мы его попробуем сковырнуть. Даже не знаю, поставить было легче. Блин, оно трещит и ломается. А этот конец очень толстый. Как-то стрёмно. Ай, сыпется. Сыпется. Блин, я боюсь его сломать. Ничего, сломаешь, куда идёшь. Будет кивой.
блин, теоретически казалось все гораздо проще. Сейчас мы попробуем это вот так вот подсунуть. Вот, я просто не за ту часть там отщелкнулась. Мне надо почистить руку, а то как-то мне вот это не нравится. А я уже скинул. Так, значит, оно у нас висит сейчас на двух верхних ушках. Мы его вот так вот снимаем. Снимаем вот эту вот электрическую часть. А зачем? Это подогрев. Так, мы ее стянем сейчас. Не мешает. Оп. Ну вот, собственно, и все. Сейчас сравним два зеркала. Вот наша новая. Похожая. И вот наша старая. Все один в один, все те же надписи, все те же номера. То есть, как я вам и сказал, сделано в Америке, все оригинальное. И вот оно, значит, ставится следующим образом. О, зеркало в пальце торчит. Блин. Надо достать, а то будет неприятно. Ставится следующим образом. Вот эти два усика цепляются, а эти защелкиваются. Ставим. Сначала делаем вот так, чтобы подогрев работал. Оп, застегнулось. Так, теперь двумя усиками вставляем его. Не попал. Надо же попасть. Так. Нет. Поломанное зеркало вошло гораздо проще. И здесь оно должно защелкнуться. Я так сильно сейчас прокаркать на нем. Каркать не надо. Не защелкивается. А может, оно уже защелкнулось? Не чувствуется. Нет, не защелкнулось. Не щелкнулось, потому что и там не попало. А, надо, наверное, его выгнуть назад. Дай-ка подержи его. Выгнулось оно? Я не знаю, что это. Почему-то я тем так просто попал. Кстати, я еще хотел посмотреть кое-что. Подержи, зайка, посмотри, я сейчас попытаюсь вот эту вот штуку наклонить. Она должна все видеться. Ты мне скажешь, пошла мне сегодня. Нет. Что нет? Ну не пошло. Антош, останови, я попробую, а потом опять. Так, в общем, продолжаю я один и в гараже. Дело в том, что вот здесь вот, я и когда снимал его, вот здесь внизу, я содрал вот здесь вот его с направляющей. И поэтому у меня не становилось. Пришлось развинтить здесь. Ну и в общем, сейчас посмотрим, завинчу и попытаюсь поставить стекляшку. Платформу поставил на место и закрутил. Сейчас попробую поуправлять. Так, платформочка работает. Ну все, значит, сейчас будем ставить. Пробуем. Теперь все было очень быстро и просто. Просто потому, вернее, когда я его снимал, я выдрал этот
механизм, который его поворачивал, поворотный механизм. Вот, и не мог поставить. Сейчас я установил поворотный механизм на место. И, в общем, сейчас посмотрим, как зеркало двигается. Оно стало очень. Выключил вентилятор, чтобы шумно не было. Сейчас порулим. Зеркало пошло вправо. Зеркало пошло влево. Зеркало пошло вниз. Зеркало пошло вверх. Все работает как часики.